Всем привет, с вами Razer X и Evil Nerd. Всем привет. Ой, и ты у нас этот... Как это? Я забыл, как его зовут. Чувак из Дума? Нет, какой-то вообще хер непонятный. Это у меня, значит, сменился скин все-таки. Доктор, да, такой? Так. Полосатый. Что вот то? Вот, что? Вот то. Вот. Мишень. То. А если Е нажать? Ничего. А если стукнуть по трупу? Ничего. Он мертвый. Ну что? Труп мертвый. Да ты что? Умер от смерти. Фига себе. Что? Картинки всякие висят, смотри. Особенно вот это классно. Повернутая. Да это так надо. Это типа говорит о том, что... Curiosity kills. Что такое curiosity? Я не знаю. Это знаешь, что говорит та картинка, вот эта вторая? Что физики в Half-Life нет. Ой, я поломал картинку. И вторую тоже. Фига себе. И эту. Вот видишь. Ты что делаешь? Кроу тут чё, не разберешься. Урон идет тебе, нет? Чем не идет? Урон идет от того, что я тебе ударил? Нет. Посмотри, урон друг другу не идет, я отключил. Числа. Мне не нравятся эти числа, они не особо. Я 12 люблю. Иди понажимай там. О! По-моему, мы умрем. Жми! Открылось. А в чем прикол-то? Я там был проход? А, вон, смотри, потолок. А, эти числа, это типа код какой-то нужно вести. А хули оно все открылось тогда? 4, 5, 90, да? Да вон открылось же. Да? Ну, вон туда нам, наверное. Ну, окей. Тень. О-о-о-о. Тень пробежал, окей. Я не заметил. Это очень... Ой. Я в сторону отошел. Окей. Ну, видно, а, видишь, кто-то не успел дойти. Кто-то не отошел. Так, почему-то две ноги. Оу. А остальное куда ушло? Watching. А куда остальное ушло? Ползло, скорее уж. Че, два раза проехал, окей? А что делать тут? Блин. Вагонетки. Вот так вот поставим. Давай. Ну окей, не поставил, но так. Знаешь, по-моему, нам все-таки нужно было код подбирать. Какой? Окей. Может там сзади? О, дверь открылась. Где? Вот это. Там дверь была? А, да, там была дверь. Ну что, там есть что-нибудь? Кресло. Фига себе. Зубы, врачебный кабинет? Угу. Наверняка. Смотри, землица. Окей. Дом летающих столов. Мне уже тут нравится. Turn around now. Последний раз тут было все плохо. Последний раз ты тут в шкафу застрял. Оу. Тут как-то не лучше, ты согласен? Да. Хочешь наступить на круг? Нет. Ой. Оу. Нам, наверное, придется нас тут. Ёпт, мы утонем. А что делать? Жми что-то. Делай ну, что-то. Оу. Что делать? Вода поднимается. Сука. Что с ним не так? Там полба. Что нам делать? Потолок. Проверь весь потолок. Пробуй. Блин, что делать? Что делать? Вода поднимается? Нет, вода не поднимается, смотри. И? Откройте нас. О! Окей. Может, тут вместо зомби будет вот такие фигни? Ну прикольно, чего? А ты дверь открывал там? Нет. Что там на? На UC вот C. Окей. Вот. Давай иди. А, вот типа наблюдательный пункт, смотри. Ага. Ага. А тут поклацать что-то можно?
Да не видно что-то. А что обычно делать тогда? Где тумблеры стоят, нет? А потолок что, опускается все еще там? Не знаю, может его чем-то тут поднять можно? Зачем сюда надо было заходить, я не знаю. Может это просто сделано, типа, посмотрите, типа. А ты где? Я назад пошел. А в эту комнату как попасть можно, нет? Ёпт! Я ударил его. Окей. Вот смотри. Потолок поднимается обратно. Знаешь, как это страшно было? 9603. Ух. 9. А чё я код вести не могу? Не знаю. А какой ты будешь? Я хоть какой-то хочу вести, но он не нажимается. Попробуй ты. Что не нажимается? Да не, ну нажимается. Давай 9603 веди. Оно не жмётся. Может тут-то что-то открылось? Да ёпт, что ты делаешь? Ой, может там определенные кнопки надо нажимать только? Не знаю. Да нет, ничего не нажимается. Может что-то где-то там открылось? Оно тут походу с разных сторон открывается, чтобы дальше ходить. А, во, снова, смотри, иди сюда. Где, что? Во. Опа. Я думаю, типа тут... По крови... Зент? Как это зент? Где? Вот. Ты, может они нас обманывают? Давай ударь его. Только теперь ты. Нет, ломиком бей. Чё, серьезно? Что, серьезно? Это все? Сейчас посмотрим. Я взлетел, смотрю. Посмотри. Сели комнаты. Так. Раз. Ну, с этой стороны вроде бы. Так. Тут мы были, да? Да. Тут мы были. Это потолок опускающийся. Ага. Тут мы были. Да, это все. Ну окей. Какая-то карта. Мне, конечно, необычная. Особенно вон та вода поднимаешься, но как бы ничего особо рискованного. Сделано прикольно, но так. Сомнительно. Ладно, значит, всем спасибо за просмотр. Да. И до скорых встреч. Всем пока.